Вчера по ижевским концертам вашим двоих арестовали. Оба сдают тебя. Говорят, если бы не Высоцкий, не было бы ни билетов фальшивых, ни концертов левых. Так что теперь твоя поездка в Париж может расцениваться как попытка укрыться от следствия. Танюша, значит, слушай меня внимательно. В кабинете у Володи под кроватью коробка. Берешь ее и мигом сюда. Сука, а! Он там тебя гробит, а мы тут смотрим. Мы не смотрим. Мы ждем. Ну, ситуация серьезная, у нас проблемы. Это почему? Ну, не серьезно, Игорь, в аншлаге. У меня из комнаты исчезло лекарство. Может, член ЦК преступника слушать и аплодировать потом? Это всем конец. Доставал Толик. Везла Танюха лежала у меня, окулишься ты. Что везла сюда Танюха? Ваша. Я к этому отношения не имею. А перед самым отлетом снимешь ее с самолета. И все.